и правда его пребывает вовек. Дело его слава и красота. Ви знаєте, на землі було великих, багато великих людей, які великі справи робили, великі полководці, які війни звершували, які перемоги отримували. Люди, які щось робили, ну, якісь винаходи відкривали, щоб людям краще жити було. Але Біблія говорить про Бога, про Його діла. І каже, діло Його слава і красота. І я так думаю, браті і сестри, що найбільшу справу, яку зробив Господь, це була Голгофа. Це те місце, де Божий Син Ісус Христос віддав своє життя до останньої каплі крові, щоб кожна людина, яка живе на землі, могла отримати спасіння і бути в вічності з Богом. Ібо так возлюбив Бог мир, що дав Сина Свого єдинородного, даби всякий віруючий в Нього не погиб, но имел жизнь вечную. И дабы всякий верующий не погиб, чтобы каждая людина не загинула, была Голгофа. И то не просто была гора, братья и сестры. На той горе вмирал Божий Сын, Він звершував справу, дело, Боже дело, звершував Ісус Христос. Він міг молитися за людей, Боже, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Але це була жертва, яку Бог приніс, щоб кожна людина отримала спасіння і отримала прощення. Слава нашому Господу! Він достойний хвали і слави. Алілуя! Славлю Тебе, Господі, всім серцем моїм в совєті праведних і в собранії. Давайте всім серцем прославимо Господа. В собранії сьогодні ми зібралися перед Богом. Від чистого серця, з глибини душі благословимо святого Бога за велику Його справу, за те, що Він зробив для людства, що ми сьогодні Його діти. І хай Бог благословить, щоб наше серце було праве перед Богом, щоб ми могли приймати тіло і кров Ісуса достойно, і Він був возвеличений в нашому житті і в цьому зібранні. Давайте станемо, помолимося і прославимо Його. Алілуя! Всем превозглашай и никогда не умолкай.
Слава нашому Богу! Цей ранковий недільний день, який для нас подарував Господь, ми знаходимося в Домі Божому, і ми звершуємо це славне служіння, це є особливе служіння. І я вірю, що ми по-особливому готовили до цього служіння. Нехай Бог всіх нас благословить. Вітаю всіх гостей, хто є в нашій церкві, всіх членів церкви. Я знаю, що є деякі люди, які не могли бути зібрані по питанню причини хвороби, знаходяться вдома. Ми за таких молимося і будемо молити, щоб їх Господь благословив. Читаю місце і Слово Боже, це записано перше післання Коринфянам, 7 глава, 23 віршом. «Ви куплені дорогою ціною, не ділитесь рабами чоловіков». І 10 глава 16 вірша. Чаша благословення, которую благословляєм,
не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Дорогі мої браті і сестри, знаєте, коли дивлячись на Слово Боже, апостол Павел пише до коринфянам, що ми куплені дорогою ціною. І по правді, коли ми співаємо цей псалом, Голгофа для нас – це дорогоцінність, це спасіння наше. Ми куплені дорогою ціною крові нашого Господа Ісуса Христа. В Слові Божому сказано, що Он в одній плоті своєї сильним воплем – і со слезами принес молитву і моління могущему спасти його від смерті і був услышан за своє благоговіння. Хоча він і син, однако страданнями навик послушанню. Знаєте, дорогою ціною ми були куплені. Апостол Павел пише в послання Коринтянам, що я самого Господа прийняв то, що і вам передав. То Господь ту ніч, яку предан був, взяв хліб і возблагодарив. В других місцях євангелістів ми читаємо, що він благословив. Благословив чашу, благословив хліб, возблагодарив. Братями і сестри, я знаю, коли ми читаємо, що в Єдемському саді, коли він томився, тоскував смертельно, коли пот його був як каплі крові. Я не знаю, яка молитва Сина Божого була, коли він взяв хліб, возблагодарив. Братями і сестри, я знаю, що ми дякуємо Богові за його жертву і за спасіння. Може, не на стільки в мірі, скільки він достоїн. І я би хотів, щоб в цьому зібранні ми прославили по-особливому нашого Спасителя Ісуса Христа за спасіння, за оправдання, за Його кров, за Голгофу. Слава Ісусу Христу! Він достойний слави. Знаєте, я згадую місце Слово Боже, ця подія, яка сталася з Ісусом Христом, в Євангелії від Луки сказано в 7 голові, коли один фарисей закликав Ісуса Христа, бо запросив свій дім, щоб він зміг вкусити там піщі. І сказано, коли він там знаходився, одна жінка-грішниця прийшла. Прийшла тихенько ззаду, починає плакати. Слізьми поливати його ноги миром, оливою, волосами витирати. І знаєте, подивився фарисей, подивились інші. Якби він був би пророк, він знав би, хто до нього торкається. Він знав би, яка ця людина. Люди знали, вони думали, що ж Христос не знає. Ісус бачив цю жінку. І написано, коли він обратився до Сімона і сказав таку ситуацію, яка у одного написано в 41-му вірші. Ісус сказав, у одного займодавця було два должника. Один должен був 500 динарів, а другий 50. Но як вони не мали чим заплатити, він простив обоїм. Скажи же, який із них більше возлюбив його? І тоді Симон каже, да, я розумію, тому, кому більше прощено. Браті мої сестри, знаєте, може ми не помічаємо велику різницю в нашому житті, наскільки Бог нам простив. Я пам'ятаю одного служителя Божого, який говорив, я читав це місце і Слово Божого. Я думав, якщо комусь більше прощено, самим більшому грішнику на землі, може він більше робить, любить, може більше робить для Господа, може інакше в нього почуття. Я не розумів цього до кінця. І каже, одного разу Господь показав для мене. Я бачу, це як видіння було. І каже, я бачу великий натовп людей, які рухаються, а впереді пропасть. Я побачу там великих грішників людей, яких я навіть презирав, яких я дивився на них. Вони великі, грішні люди. І я, каже, побачив себе в цій толпі. Я бачив, як люди падали в пропасть. Я був в жаті, я не знав, що зробити. Я себе там знаходив, хоча я не був великим грішником. Хоча я не відчував себе таким, як ці люди, яких я пренебрігав, яких унижав. І, каже, я побачив, як невидима рука отак протягнулась до мене, піднялась цієї толпи. І я зрозумів тоді, незалежно, які ми грішники, може, великі гріхи робили чи маленькі, нам належала одна смерть, но нас спасла кров Ісуса Христа. Хвала нашому Богу. Браті мої сестри, може, ми не бачимо великої різниці, ми родились в християнських сім'ях. Може, хто в цьому світі, який пізнав велику глибину гріха. Але, браті і сестри, Господь нас підняв незалежно.
Ви знаєте, коли ми, буває, приїжджаємо в Індію, наскільки люди, які були погрядли в гріхах, в ідолопоклонстві, я дивлюся на них, наскільки вони дорожать спасінням, наскільки глибоко розуміють і бачать велику різницю. Вчора вони були порабощені. Слово Боже говорить нам апостол Павел, і так стойте в свободі, яку дарував вам Христос, і не підвергайтеся п'ять ігор рабства. Ісус Христос спас нас. І я дивлюся, ці люди, які бачать, які грішили, вони бачать, наскільки їх змінив Ісус Христос. Ніхто не зміг змінити, ніхто не міг дати радості, дати прощення. Но коли вони прийняли Ісуса Христа, кров Ісуса Христа їх звільнила, вони стали інакші, вони побачили різницю, що було вчора їхнє життя. Якій ситуації, в якому положенні вони знаходились, а що сьогодні сталося з їхнім життям. Через те вони славлять Господа, благословляють, моляться, тому що Бог їх спас. Рівно і нас так само Господь спас по великій своїй милості, хвала Йому. Слава нашому Богу, як хочеться дорожити спасінням Божим, дорожити і цінити, браті мої, сестри. Ви знаєте, для неї було важно, вона мала гріхів і немало. Ісус підійшов, і коли повернувся до неї, повернувся до Симона, і каже, для неї багато прощено, прощається тобі гріхи. І знаєте, фарисей, і хто там знаходились в цій кімнаті, в цій горниці, вони недорозумівали, чому, хто це такий, що може гріхи прощати. Браті і сестри, ви знаєте, яка це тяжесть, коли гріхи давлять. Я пам'ятаю, на одному молитовному зібранні жіночка підійшла, вже зібрання закінчилось. Вже мали люди розходитись, прийшла і каже, помоліться. Я не маю свободи. Я відчуваю якийсь страх. Я відчуваю переживання, помоліться за мене. Я хочу, щоб мені Господь простив. Вона є віруюча, людина знає Господа. Браття мої сестри, ми всі согрішили, Слово Боже каже. І лишені слави Божої. Для нас, служителів, це не виняток. Ми всі согрішаємо в ангелів, Господь усматрює недостатки. Але коли ми приходимо приймати кров і тіло Господа Ісуса Христа, ми приобщаємося. Браті мої сестри, як важно, коли ми говоримо, Господи, прости мені. Ми нуждаємося в Твоєму прощенні. Ви знаєте, інколи ми можемо думку допустити, я сьогодні не буду участвувати, і такі випадки стаються. Ісус Христос сказав, хто не буде пити і їсти тіла мого, не буде мати життя, а хто тіло моє їсть і п'є мою кров, тому перебуває життя і в тому я перебуваю. Браті мої сестри, як важно нам приймати тіло і кров Господа Ісуса Христа. Ісус ходив на землі, до Нього люди прикасалися, вони хотіли бачити, чути, прикасатися до Христа. Сьогодні через кров і через тіло Ісуса Христа ми маємо можливість прикасатися, тому що тіло Ісуса Христа – це Його церков, це ми викуплені кров'ю Ісуса Христа. Хвала Йому! Як важно, коли ми приймаємо кров Ісуса Христа – це наше прощення. Кров Ісуса Христа – це наше зцілення. Кров Ісуса Христа – це спасіння наше, це наша любов, це наша вічність. Алілуя Богу нашому! Як важно, коли ми приймаємо кров Ісуса – і сьогодні підходимо з тим, щоб участвувати. Не є ли приобщення, коли ми приймаємо тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа? Ви знаєте, я якось читав в Битії, коли в 6 голові Бог написано «розкаявся, що сотворив чоловіка». Я не знаю, чому якось Дух Божий так знайшов на мене, я почав плакати. Боже, прости! Ви знаєте, ці люди, сказано, Бог побачив, що їхнє розвращення було велике на землі, їхні помисли, серця були зли в усякоє врем'я. І Бог каже, істреблю. Браті мої сестри, я не раз думаю, якби нас, якби не жертва крові Ісуса Христа, і ми би жили в той час. Як би за нас було б сказано. Знаєте, євреї, коли відчували вину гріха, вони приносили жертви. Був даний закон. Якщо по правді говорити за євреїв, вони любили приносити жертви, вони щедро їх приносили, кров проливалася. Коли Соломон навіть посвящав храм, він тисячі жертв приносив. Це потоком, безчисленним потоком приносили ці жертви. Люди хотіли звільнення. Але я знаходжу в місці Слова Боже, де Бог каже, от власті ада я ізбавлю, от смерті скуплю, і розкаяння в мене не буде татом. Хвала нашому Богу. Бог, який нас
простив і омив, і продав твоїй причистій крові. Як приємно служити нашому Богові і цінити тим, що Бог є наше спасіння, Бог є наша радість і Бог є наше оправдання. Викуплені дорогою ціною. Не ділайтесь рабами чоловіків. Братями і сестри, як дуже легко можна стати рабами людини. До прикладу, може на когось ми обіжаємося, може комусь не можемо простити. Ми постійно думаємо про цю людину. Ми постійно впливаємо в нашому серці, в нашому розумі. Коли ми є одним тілом, коли ми є одна церква Ісуса Христа, як ми можемо, коли маємо на когось, або хтось на нас має, ми становимося рабами цієї людини. Не подвергайтеся п'ятігу рабства. Цьому є велика сила і преимущество. Коли ми приходимо приймати тіло і кров Ісуса Христа, Бог дає нам перемогу. Ми стаємо учасниками Його страждань. Як важливо, щоб нам не бути рабами людей. Не подвергайтеся п'ятігу рабства. Братями і сестри, як добре, коли ми в свободі, а цю свободу дарувала нам Голгофа, прощення Ісуса Христа. Ми сьогодні є свободні, ми сьогодні є вільні, і я вдячний за це нашому Богові. Нехай Бог допоможе для нас. Ми будемо молитися перед нашим Господом. Я хотів би, щоб в цьому зібранні ми особливо подякували Богові за те, що Він нас спас, за те, що Він нас оправдав. Може, ми не були в великих гріхах, може, ми не були в великій долині, але нам належала одна для всіх участь – це смерть. Ісус пішов на Голгофу, щоб оправдати. І я вдячний Богові, братями і сестри, крові Ісуса Христа, наше зцілення. Я знаю, ми ослабіваємо, я знаю, у нас сьогодні є переживання, є трудності, хвороби. Духовний стан, може, нас ослабіває. Але перед нами Голгофа, ми співаємо псалом. Зайдемо на Голгофу, мій брат. Сестро дорога, сьогодні зійдемо на Голгофі. На Голгофі є наше іскуплення, є прощення, є ісцілення в імені Ісуса Христа і в ранах Ісуса. Алілуя! Хвала Йому! Нехай Бог допоможе для нас, щоб серце наше було чисте. Якщо хтось відчуває якийсь гріховний тягар, відчуває тягар на твоїй душі, ми сьогодні можемо прийти. І я нуждаюся так само, щоб кров Ісуса Христа, вона простила мене. Ми нуждаємося, ми всі лишені слави Божої, але блаженна ця людина, кому відпущені гріхи. Ми були колись рабами гріха, але сьогодні апостол Павел каже, я раб Господа Ісуса Христа. Як добре, коли ми не є рабами цього світу, рабами людей, рабами, може, невільності. Ми є раби Ісуса Христа, які викуплені Його святою і пречистою кров'ю. Ми схилимося, братями і сестри, на наші коліна, поклонимося нашому Богу за Його спасіння, за Його прощення, за те, що Він є наш агнець, який переміг ад і смерть, який дарував нам прощення. І нехай Божа слава, Божа благодать, Божа присутність наповнить наше серце. Алілуя! Хвала Йому, слава Тобі, Бог наш! Ми благословляємо.
Опять замирая стою, и на крест я Голгофский смотрю. Вижу взгляд тот, что полон любви ко мне. И проходят уж тысячи, тысячи лет, и меняются люди, но все еще нет. Нет границы любви в ней божественной истины. И под властью ушедших веков только крепнут все узы грехов, но на крест их вознес за меня. Чтоб любовь отдать нам, пострадал за меня, за тебя, за тебя. Почему мир не хочет понять и спасение из рук его взять? Лишь поднимут на крест тот глаза, но во взоре скупая звезда. О потерянных днях, сокрушение, где о грехах. Не напрасно ведь крест он стоял, он 2000 лет тебя ждал. И под властью ушедших веков только крепнут все узы грехов. Но на крест их вознес за меня, меня Христос. Он молитву свою к небесам возносил, чтоб любовь отдать нам. Пострадал за меня, за тебя, за тебя. Вижу взгляд тот, что полон любви, он давно так меня полюбил, полюбил и простил. Церковь дорогая, народ Божий, наш Господь нас полюбил и простил. И я хочу вместе с вами за это сказать слава нашему Богу. Весьма великая любовь Божья, она непостижима людскому разуму. Мы неоднократно вспоминаем слова, которые писал апостол Петр в своем послании, где говорил, что даже и ангелы желают проникнуть в нее. Она непостижима. Возможно, только мы познаем ее больше, когда будем в небе вместе с Ним. Дорогие, будучи Сыном Божьим, Он пришел на эту землю для того, чтобы найти тебя и меня, для того, чтобы подарить нам прощение грехов и дать нам вечную жизнь. Аллилуйя Ему за это. Библия говорит, что тьмы тем и тысячи тысяч воздают Ему славу, величие, честь, благодарение за то, что они, эти тьмы тем и тысячи тысяч, искуплены Его драгоценную кровью. Я люблю говорить, только один путь есть для того, чтобы получить прощение – это через покаяние перед Господом и
Его Христовая кровь омывает нас тогда от всякого греха. Слава Ему за это! Сегодня много было в служении спето о Голгофе. Я хочу также зачитать место Священного Писания. В какой-то мере уже сегодня брат Саша Матлащук это слово вспоминал перед первой молитвою, но однако же я его напомню опять в служении нашим, только больше стихов зачитаю из Евангелия от Иоанна. Библия говорит, 3 глава из 14 стиха, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это одно место Священного Писания. И второе я зачитаю с Евангелия от Луки, где говорится о вечере Господней, которую Сын Божий совершал вместе со Своими учениками. Евангелие Луки, 22 глава, говорит слово из 7 стиха. «Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального анса. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему, «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им, «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома, «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как сказал им, приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним. Сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем». И, взяв чашу, благодарил, сказал, «Примите ее, разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». И, взял хлеб, благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Дорогие, места Священного Писания, которые я зачитал, говорят нам, во-первых, о любви Христа Иисуса, о любви Божьей. Первое место Священного Писания нам говорит о израильском народе, который шел по пустыне. Я люблю неоднократно говорить о том, что Израиль, который шел в Ханаанскую землю, он особенное благословение получил от Бога Израилева, когда даже находился в пустыне. Особенно в таковых служениях, как сегодня, мы вспоминаем о том, что только единственный народ, который проживал на земле, ел хлеб ангельский. И это говорится неоднократно в псалмах. Хлеб ангельский они вкушали. Это великое преимущество получил народ Божий от самого Господа. Не думаю, что какие-то цари или президенты, живущие на земле, хотя кто-нибудь из них в жизни мог вкусить этот хлеб ангельский, кроме Моисея, а затем Иисуса Навина, вождя Божьего народа. Но однако же народ, который и особенное крещение получил в пустыне,
крестившись в Моисея в облаке и у моря, не всегда в своих поступках поступал правильно перед святым Богом, о чем мы неоднократно также вспоминаем в наших служениях и говорим, чтобы мы не были похожи на них, не подражали ихней жизни, потому что о них Библия сказала, что они пали костями в пустыне. И вот одно место Священного Писания, которое только что мною зачитанное, говорит, что однажды народ израильский, так говорит Писание, начал малодушествовать в пустыне. Знаете, малодушие сравнивается, я думаю, в какой-то мере боязнь, когда проявляется, равнодушие, когда проявляется в человека, беспечие проявляется в человека. И Библия говорит, начал народ малодушествовать. И вот в таком состоянии беспечия, равнодушия, когда народ был, опять начал роптать на Бога и на Моисея. Вы можете представить ропот, когда они говорили, ну зачем ты нас, Моисей, вывел из Египта? Там мы вкушали мясо, там мы ели чеснок, там мы вкушали огурцы и другая пища, а вот этот хлеб уже нам даже надоел. И вы знаете, при ропоте иногда такое бывает, как бывает иногда даже в семьях, когда может сын или дочь что-то сказать неправильное в адрес мамы. Хотя я не думаю, что такое сейчас происходит, однако же люди говорят, ну опять то же самое, ты для меня приготовила или ты дала то же самое, что вчера или третьего дня я ел. И вот этот ропот, негодование замечается у Бога. И Библия говорит, когда они роптали, вдруг где-то множество змей появилось в пустыне. Может, там были и камни, а может, были под камней выползали змеи, может, с песка появлялись они. Настолько страшная и ужасная картина появилась, что я в какой-то мере, и думаю, вы можете это представить, как мамы с маленькими детьми начали бежать, там крики и ужасы проходили. Что делать? Смотри, одного, второго, третьего змей жалит, и нету никакого сейчас или никакой медицины, чтобы спасти человека. Внезапно приходит смерть. И даже было угодно Святому Духу через Моисея, раба Божьего, это записать, что такая страшная и ужасная история прошла Израилем, когда сотни, тысячи людей падали от укуса змеи. За ропот, за негодование, за искушение. Подумайте себе, что делать, какой выход? И главы семей, я допускаю такую мысль, первые бегут к Моисею. Моисей, спаси нас, мы погибаем. Мы неоднократно тебе говорили, что мы согрешаем против тебя и против Бога. И на этот раз мы просим у тебя прощения. Прости нас, Моисей, но помолись Господу, мы знаем, что Бог слышит твои молитвы. И когда Моисей молился к Богу, Бог сказал, Моисей, выставь змея медного на шест, на знамя, так сказано, и ужаленный змеёю только обратит внимание на него, как будет в живых. Вы знаете, может и сегодня эта история непонятна для нас, правда? Но так сказал Бог, и никто оспаривать с Богом не может. То, что сказал Бог, это есть истина, и в силе эта истина остается. И так получалось, и так случилось, что змей был сделанный и пораженный змеёю, и еще, может, ну, оставшийся в некоторых секундах в жизни, только обращал свой взор на змею, медную змею, и оставался в живых. Дорогие, Христос во время своих бесед однажды сказал, как
Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Верующий не погиб, но имел вечную жизнь. Бог не послал Сына судить мир, но чтобы мир был спасенный через Него. И блаженные люди, которые обратили свой взор на Голгофу, вне зависимости, кто где проживал и проживает на земле, вне зависимости, или то в Австралии, или то в Европе, или то в Азии, или то в Японии, или то Америка, Южная или Северная, Канада. Но когда человек раскаяния приходит при лице святого Бога и, будем говорить по-простому, обращает свой взор на Голгофу, в раскаянии просит Божьего Сына прощения, получает прощение, как тот, который висел по одну из его сторон и сказал: «Господи, вспомни меня, когда ты войдешь в царство Твое», и получил положительный ответ: «Ныне со мною будешь в раю». Дорогие, это наше блаженство, что мы обратили наш взор на Голгофу и получили в нем, в Божьем Сыне, спасение, за что слава Ему. Я хочу, чтобы внутренность ваша и моя всегда радовалась спасению, которое мы получили. Я неоднократно люблю вспоминать место Священного Писания, которое записано в Слове Божьем о земле. Разумею, что о жителях земли. Земля качалась, как пьяный. Представьте себе, какое положение жителей земли было. Я неоднократно люблю вспоминать о том, о чем писал Билли Грэм в своей брошюре, об этой кукле, которая подбрасывалась вверх одним мальчиком и головой вниз вставала. И кто-то сказал: почему такое случается? Ответ получили: потому что свинец, залитый в голову, или что-то тяжелое, так мир аморально находится сегодня, можно сказать, головой вниз. Но есть моменты в жизни людей, когда люди в сознание приходят подобно как тот, который висел возле Христа и осознал свою греховность, и, обратившись к Нему, к Божьему Сыну, люди получают прощение грехов и вечную жизнь. Дорогие, я зачитал место Священного Писания второе, которое говорит нам о том, как Сын Божий с учениками совершал вечерю Господню. Самое главное, что хочу здесь отметить, были посланы ученики в город, где они должны были встретить человека с кувшином воды. И так случилось, что когда они шли, увидели человека с кувшином воды и говорят ему: «Учитель говорит, где комната, чтобы мне с моими учениками совершить мое служение». И он показал комнату, приготовленную и усланную. Представьте себе, приготовленная, усланная комната для учителя и учеников. Я люблю напоминать Божьему народу о том, что тогда, когда мы спешим на вечерю Господнюю, наше сердце должно быть приготовленное для встречи со Христом. Это необычная встреча, когда мы вкушаем хлеб, приобщаемся к телу Его. Когда мы испиваем глоток вина из чаши, мы приобщаемся к Его крови. И поэтому Библия говорит, что мы должны быть приготовленные. Апостол Павел в своем послании к Коринфянской церкви напоминает, чтобы каждый из нас, вне зависимости, кто какой сан церкви занимает, пастырь, евангелист, диакон, или регент, или харист, или Божий народ, мы должны проверять себя. Мы должны с почтением относиться к великому, важному, святому служению, почитая кровь завета, почитая Божьего Сына. Поэтому я всегда прошу Божий народ, когда мы нашу молитву совершаем, мы должны сказать Господу: «Господи,
Может, в мыслях моих было что-то то, что не угодно для Тебя. Может, мои слова вчера или третьего дня были неприемлемые перед лицем Твоим, да они не принимались ни детьми моими, ни женою или мужем моим. Прости меня за то, что я грешил устами моими. Или кто-то из нас где-то лукавство проявил. Я не говорю о тяжелых, страшных грехах, или ропот, или искушение, или кого-то осуждали, и как хотели, так и осуждали, потому что никто не видел, не замечал, а только небольшая была группа людей, в которой вы находились, но говорили то, что не нужно было перед лицем Божьим. Поэтому я прошу, чтобы мы в нашей молитве сказали: «Боже, прости нас». Но я хочу быть достойным участником в великой святыне Господней. Я напоминаю всегда, что святыня Господня служит в благословение для достойных. Кто недостойно участвует, подвергается, так Библия говорит, осуждению. Это слово библейское, и кто может оспарить? Мы можем быть и героями сегодня или завтра, или еще один год, или два года геройствовать и думать, что никто ничего не знает и не видит, и что хочу, буду делать. Я сегодня крепкий физически и в духе чувствую еще бодрость мою. Но проходит время, и люди осознают свою бедность и усталость духовную, и ищут, где, когда у меня было поражение. Поэтому я всегда напоминаю, извините, когда я сегодня скажу, корона с головы нашей не упадет, когда мы скажем: «Господь, прости меня, но когда я возвращусь домой, я обязательно попрошу жены прощения, я обязательно попрошу прощения у мужа своего или дети у своих родителей». Будьте вы благословенным народом! Я желаю, чтобы божественное благословение и вечного Бога было на всех вас. Будьте благословенны вы и ваши семьи. Я желаю, чтобы это служение, славное, святое, великое, которое оставлено лишь для Христовой Церкви, принесло благословение всем. Нам, рабам, которые на служении перед лицем Господу, всем левитам, которые воспевают Его имя среди Церкви, и всему Божьему народу. Вам, дорогие старцы и старушки, желаю благословения. Отцы и мамы, желаю вам благословения. Юноши и девушки, желаю вам благословения. Дети, будьте вы благословенны, и отроки также благословитесь Богом. Пусть Его великое славное имя Божьего Сына, который есть глава Христовой Церкви, будет прославлено и возвеличено в нашей жизни и в Его Церкви. Пусть Его имя прославится. Я прошу всех подняться на молитву, и мы будем совершать молитву за хлеб. Мы будем совершать молитву за хлеб. Я желаю, чтобы благословение вечного Бога Отца, который благословляет Божий народ свой, оно пришло на весь народ Божий и на этот хлеб. То благословение, которое было дано во время, когда Божий Сын совершал вечерю со Своими учениками, оно было дано на хлеб. И пусть это благословение почиет на этом хлебе. Я искренне говорю с любовью ко всем. Я желаю, чтобы кусочек хлеба, а затем глоток вина, лишь Божьему народу и всем нам послужил благословение. Молимся за хлеб. Боже наш, перед Тобою, благословенным и святым, премудрым, наша молитва, Отче Небесный, перед Тобою во имя Иисуса Христа, Божьего Сына, который на Голгофе умер за нас, за наши семьи, за миллионы людей, а может лучше сказать, миллиарды людей, в Тебе, нашем Спасителе Иисусе, получили прощение грехов и вечную жизнь. Аллилуйя Тебе за это. И мы, как спасенный народ, сегодняшний день, Господи, совершаем это славное служение и вечерю Господнюю.
Мы желаем быть достойными, но это достоинство Ты даруешь. И поэтому, Боже, во имя Иисуса Христа, нашего великого ходатая Иисуса, мы просим, прости всем нам без исключения, но достойными мы желаем быть, чтобы вкушать хлеб, а затем испить глоток вина из чаши. Господи, хлеб этот да будет благословенный Тобою. Благослови, Боже, хлеб, и весь народ да получит от Тебя благословение. Наша молитва во имя Иисуса Христа. В славу Бога Отца. Аминь. Господь, когда дорогой народ Божий, я всегда для всех нас напоминаю о том, кто может быть участником в великой святыне Господней. Во-первых, те, кто в завете с Господом через святое водное крещение, кто завета своего не нарушил со своей стороны, кто в мире с Богом, в мире с семьей, гости, которые в нашей церкви. Если вы желаете вместе с нами участвовать в этом славном служении, желаю вам и всему народу нашей церкви благословения. Мы – одна Христовая семья, и поэтому всех благословляю. Однако же прошу, кто на замечание или на исключение независимости в какой церкви, прошу, чтобы воздержались таковые от вечери Господней. Всегда почти напоминаю, что иногда душа человека бывает не соглашается с тем, что наказание было вынесено, может и неправильно, но не мне об этом сегодня рассуждать, вам и в вашей церкви, где вдруг кто-то понес взыскание. Так что будьте благословенны, но мое слово, которое я говорил для всех, примите во внимание, я благословляю весь народ Божий и желаю, чтобы с почтением и в большом благовении мы отнеслися к вечере Господней. Моя просьба, когда братья-служители будут разносить хлеб, а затем чашу с вином, малолетние дети или даже подростки, старайтесь стоять на местах возле своих родителей. Мы хотим, чтобы в благовение проходило это служение, и чтобы никто не толкнул служителя, или когда служитель передает тарелочку с хлебом или чашу с вином, чтобы он мог передать так, чтобы убедиться, что тарелочка или чаша с вином принята братом или сестрою, которые готовы принимать вечерю Господню. Мы не хотим, чтобы в церкви случалось то, что иногда не вмещается нам, и понимаю, что для Бога это также не хочется видеть, чтобы в служении вечери Господней, чтобы такое происходило, что невозможно объяснить на основании Священного Писания. Будьте благословенны, да хранит всех нас Господь. Thank you.
Отець наш, Бог наш, у цій молитві ми стоїмо і благодарні Тобі, що з нами, з нашими батьками, з нашими дітьми, з нами людьми, які жили і живемо на землі, 2000 років тому назад Ти завет заключив, завет новий через кров Сина Твого Ісуса Христа. Ми благодарні Тобі, що в тому заветі ми стоїмо. Ми благодарні Тобі, що сьогодні ми свідкуємо том в нашому собранні в Слов'янській церкві о силі завета, о крові Сина Божого і Ісуса Христа. Благослови сію чашу,
Поможи нам, Господь, роздати, і нехай, Господі Боже, усяка немощ духовна, фізична оставить народ, тому що це кров Твоя. Алілуя, слава Тобі! Будь прославлений, возвеличений Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Напоминаю Божьему народу о том, что завет, который утверждался во дни Моисея, когда произносились слова закона для Божьего народа, народ Божий слушал со вниманием. По заключению священник брал исоп, это ветки из одного куста, так и я, как я понимаю, и обмакивал в кровь животного и брызгал на народ Божий и говорил, так утверждает этот Бог завет. Священное Писание говорит, что поручителем Нового Завета сделался Иисус. Он и ходатай Нового Завета. И Его кровь есть кровь Нового Завета. И мы, Новый Завет, который приняли в свою жизнь от нашего Господа, мы приняли на
ну, будем говорить, доступной форме, который утвержденный на крови Иисуса Христа. И я люблю повторяться в выражениях моих, что этот завет нерушимый. Даже Библия говорит, если бы случилось такое, что горы сдвинулись или холмы поколебались, то Господь обещает, но завет мой мира или завет правды мой не отступит от тебя, говорит милующий тебя Господь. Завет, утвержденный на крови Божьего Сына, он непоколебимый. И хочется, чтобы и мы завет с Ним всегда сохраняли в верности, ходили перед Его лицем. Будьте благословенны. Подобно как дети спешат на руки мамы или отца, и даже тогда, когда они где-то спотыкнулись или какой-то ушиб сделали на своем теле, но спешат в родительские руки для того, чтобы получить какое-то особенное тепло, так мы должны спешить на руки нашего Бога Отца. Я не знаю, вы ли когда-нибудь рассуждали о том или нет, но думаю, и если бы даже рассуждали, то всего мы не сможем объяснить, почему дитя на руках у матери или на руках у отца после даже тяжелого ушиба перестает плакать. Что-то из рук исходит, какое-то особенное тепло, правда? Только взяли на руки, еще
Несколько раз оно всхлипнуло, детятко, и все. Еще мама прижала тяжело груди, поцеловала в щеку, и дитя после слез начало улыбаться. Так должно быть в нашей духовной жизни. Иногда люди погружаются в какие-то отчаяния после своих переживаний, потому что работу они лишились, потому что какие-то неприятности с кем-то произошли. И целый день, а может два и три, в томление проходят. Поспешайте в руки добрые Христовые. Он даст вам тепло, Он позаботится о вас. Будьте благословенны. Церковь дорогая, за то, что Бог подарил для нас этот день, и земля наша переживает все-таки затишье, мир, благополучие. И мы, хотя ненастная погода такая наступила, дождливая, лучше сказать, но мы прибыли к дому молитвы, и народ переполнил своим присутствием дом молитвы здесь, даже в молодежном зале есть люди, за что слава нашему Богу. Мы будем воздавать славу нашему Господу за то, что мы были участниками славного, святого служения. Я желаю, чтобы каждая душа возблагодарила Его за то, что Он подарил нам этот день, за то, что мы были участниками святыни Господней, за то, что наш Бог является нашим Богом, а мы Его народом. За эту часть служения мы воздадим Ему славу, но это не заключение служения. Я еще напомню о других видах служения, которые будут после молитвы. Брат Тимофей Кондратюк, один из наших пастырей, совершит молитву. Благодати, любови и доброты до нас, Господи, недостойних. Ти удостоїв сьогодні великого покликання. Ти покликав нас, Господи, в Твоє царство. Назвав нас своїми, дав нам скуштувати благого глагола і радість спасіння. І тому наша душа величає Тебе. Алілуя! Хвала Твій, пастир наш, Господь, надіжда наша, упование і щит, і крепость. Отець наш Небесний, в цей воскресний день народ Твій, церква Твоя, вшановує Тебе єдиного, який достойний прийняти честь і славу, і благословіння за те, що Ти, Господь, віддав своє життя. І ми сьогодні всі спасенні Тобою ще раз прийшли і сказати спасибі Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти вчинив для нас, за велику Твою любов, за те, що Ти простив нас, омив нас, очистив, назвав нас своїми, дав нам, Господь, милість бути в церкві. Слава Тобі, наш великий Господь! І тому, як спасенний народ, ми виконували заповідь, який Ти сказав, це робіть на спомін про мене, аж поки я знову прийду. І церква Твоя з великою радістю, з трепетом, з подякою виконує це служіння, благовіючи перед Тобою, пам'ятаючи, що ми були грішниками, а Ти звільнив нас, Ти простив, омив і дав нам надіжду на вічність. Алілуя! Слава Тобі, наш великий Господь! Допоможи нам цінувати, жити свято, хранити своє життя. Господи, я знаю, що є сьогодні багато тих людей, які потребують Тебе як живого Бога. Є багато тих людей, які потребують Тебе як лікаря. І ми, Господь, знаємо і сповідуємо це. Господи, що кров Твоя і в ранах Твоїх є ісцілення, Господь. Нехай Твоя сила ісцілення через кров Твою даного часу пройде по стану народа Твого. Господи, прийде милость і ответ. Ти знаєш нужди народа. Подай Твою благодать. Ми на Тебе уповаємо і дякуємо Тобі. А ім'я Твоє буде завжди благословенно і прославлено і в цей день воскресний, і в нашому житті в цілому, як вічного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Что касается объявлений, я просто хочу напомнить, сегодня у нас разбор. Мы продолжим ту тему, которая в прошлый раз была затронута. Христос есть Бог. И никаких сомнений. Об этом мы будем утверждать, показывать, как говорит Священное Писание. И особенно, если у кого-то есть другая, ну скажем, мысль или другое мнение, вы обязательно придите. Придите для того, чтобы нам вместе
увидеть то, о чем говорит нам Священное Писание, о нашем Господе Иисусе Христе. Ну и сразу я свою нужду, что касается моей жены. Прежде всего, хочу благодарить вас за вашу молитвенную поддержку, как что касается здоровья моей жены и за меня, чтобы также действительно духовно и морально укрепляться мне. И я в этом очень нуждаюсь, в вашей продолжительной поддержке. Будьте благословенны. Будьте благословенны, Господи. Я считаю, что для того, чтобы братья наши сейчас прошли между народом, пожалуйста, если у вас есть пение, то можно пение пропустить, и мы сделаем пожертвование на эти две нужды, которые только что я зачитывал. Пожалуйста, братья, вы будьте готовы для того, чтобы принять пожертвование на эти нужды.